Всем доброе утро, сейчас 5 утра у нас. Я хочу попытаться запечатлеть в своей памяти, ну и заодно показать вам рассвет, да, в этом замечательном месте. Я вам сейчас покажу город с его огнями, да, здесь его отсюда прекрасно видно. А потом посмотрим, как восходит солнце. Если, конечно, мы на правильной стороне, может случиться так, что оно с другой стороны будет восходить. Город вот так вот видно, но отсюда плохо. Сейчас я приближение сделаю, вам повиднее будет. Вот такая красота, ребят. Это вот все набережная, вот она идет здесь в огнях, прям по морю. Пару аттракционов. Блин, парни, короче, надо идти на возвышенность. Здесь мы солнце с вами не увидим. Оно же должно быть с другой стороны. Что-то я тупанул. Здесь только море и катера с огнями. Все, больше ничего нету. Вот, ребят, забрался на место. И солнце мы здесь, походу, тоже не увидим. Сейчас пойдем на другую смотровую площадку. Здесь у нас, получается, мы с торца зашли. Солнце-то слева восходит. Пока иду, меня чуть местные собаки не сожрали уже несколько раз. В общем, иду долго. Откуда солнце восходит, пока мне не видно. Точку пока найти не могу сейчас. Ну вот, ребят. Где-то оно здесь. Здесь солнышко ловить будем. Смотрите, там на горе. То ли отель. О, камере света не хватает. Непонятно. Да, отель, похож, все на горе. Вот. Красота. Вот оттуда оно, наверное, откуда-то должно появиться. А может, вот оттуда. Сейчас смотреть будем. Пока видно только луну, солнца нету. А то смотрите, как выглядит у нас луна, когда на камере зумишь. Места здесь, конечно, ребят, с ума можно сойти. А видите, какая красота. Да. Петухи орут. Где восход встречать? Вот где-то там он, ребят. Надеюсь, успею. Устал уже, как японский доктор, уебаться. Ну ничего, надеюсь, увидим что-нибудь интересное. Да, передавай привет. Мы, скажи, еще восход не нашли. Все, ходим, да? Привет, подписчики. Вот, но у меня тут дружбан появился. Он меня от местных псов отгоняет. Зато мы здесь нашли, похоже, родник какой-то. Освещенный. Сейчас пойдем посмотрим, да? И пойдем смотреть. Пойдем. Что-то, короче, ветки какие-то. Не, ребят, это не родник. Это что-то другое. Непонятно, что это такое. Ну ладно, бог с ним, с родником, смотрите. Воу. Солнце, похоже, откуда-то вот оттуда должно пойти. Меня, похоже, наш новый друг. Привет. Привел в правильном направлении. Здесь, наверное, будем его дожидаться. Восход у нас, в общем, будет вот оттуда, как мне местный сказал. Где опасные горы? Вот видите, вот самый большой вот высоты. Ага, вижу вот там, здесь. Вот высота. Короче, там 4 самолета уже упало.
4 самолета? Да, да. Я, что я помню, короче. Ну, в общем, вот так вот. 2 часа еще здесь мариноваться не будем, пойдем вниз. И последний раз военный самолет упал. Привет подписчикам. В общем, время 6 часов утра. Рассвет будем с вами ловить в Кабулете. Там побольше гор на самом деле, повыше можно забраться. Вот там, я думаю, у нас должно это получиться. Смотрите, наш новый друг, похоже, настаивает, чтобы мы попробовали еще раз залезть туда и посмотреть, виден ли закат. Тьфу, точнее, рассвет. Вот, ребят, вот он, восход-то. О, местный опять что-то напутал. Вот реально. Время у нас сейчас 10 минут седьмого. Солнышко показалось. То бишь, восход вот с этой точки можно увидеть в 6 часов утра. В этом мне помог наш приятель. Посмотри на меня. Посмотри. Спасибо тебе большое, дружище. Какая красота, ребят. Кружочек, который жизнь дает всему живому. Выяснил, для чего вот это место и что это такое. Здесь, в общем, землю осветили, и храм будет стоять, церковь. Говорит, красивая, очень большая будет. Грех сюда будет не зайти, да? Давай. Как тебя зовут? Меня Малхас зовут. Малхас, очень приятно. Меня Руслан зовут. Передай привет. Расскажи. С детства все хорошо. Как грузин относится к русским? Хорошо, очень отлично. Ну, это политиканы никакие. Ну, там... Есть я недостатки, понял. Да, все хорошо будет, и ждем отдыхать. Я понял, мы друзей обязательно пригласим сюда отдыхать. Конечно, обязательно, обязательно, и дай Бог, что вот эта природа, вот это для вас, для нас, для наших, наши предки здесь жили вместе, отдыхали, и друг друга знали, и общались, и в гости они приехали, и мы... Туда к вам приехали. Обязательно, тоже да, будем рады. Да. И раньше так и было, и надо продолжаться обязательно. Хорошо, спасибо. Привет, спасибо вам большое. Вам. Да. Спасибо. Давай еще раз. Рад был знакомству. Давай. Счастливо. Ну, что ты скажешь, ребят, вы сами все видели. Местные очень тепло относятся к ребятам из России. Русские щедрые душа, так и говорят. Вот, поэтому народ очень приятный, на самом деле. И если есть желание приехать, обязательно приезжайте. Здесь вам все будут рады, как родным. Я так чувствую, видео будет долгим. Не знаю, может быть, разобью его на несколько частей. А может, целиком сделаю. Но в любом случае будет круто и интересно. Я не только для вас это делаю. Я, конечно же, делаю это для себя, для детей. Это видео обязательно оставлю, чтобы они это место силы обязательно посетили. Здесь очень здорово. Так, провожатый, ты домой-то пойдешь? Или со мной в Россию поедешь?